Всем привет, пацаны, и сегодня я кое-какого нашел челика. У него такой ник. Так вот, этот чел выдавал за себя Макс, но на самом деле он не Макс. То есть это просто мой друг из 2017 года. Я не знаю, кто он, что и что он хотел сделать, но переписка, конечно, там ужасная. Я не знаю. Я не могу объяснить, что там было. Это типа такой, вроде бы, взгляду нормальный, вроде бы чел выглядит. Но переписка у нас была очень странная и вообще страшная, потому что это ведь все рано на событиях было. И я листал его сервера и увидел вот такой сервер. Out the Trad. Давайте зайдем, что ли, туда, потому что, блин, ну я не знаю. Один уже кто-то заходил сюда. Я поставлю дизлайк. Поставлю дизлайк. Дизлайк. Я уже не знаю, что будет. Так. Я боюсь. О боже. О боже мой. Что это, матерь божья, такое? Что с ним вообще? Это у нас что, полицай? Чё тут нафиг происходит? Чё? Офигеть. Да, ты ещё тут написано. Вот. О! Ты видел? О! Что это такое? Кто ты такой? Кто такой? Смотри, на нас ещё какие-то штуки одеты. Что за? Кто это такое? Что это такое? Кто ты? Алло. А ведь он реально стрёмный. Так, давай типа быстрому как-то пройдемся. Не, он за мной бежит, он за мной бежит. Нет, он за мной реально бежит. Так, что боже мой, как же это отвратительно выглядит. Посмотри. Как выбраться? Черт побери. Вот там. Не страшно. Что там делает? Бежим. Боже, это такое рыло стромное. Боже. Так. Что он, блин, здесь делает нафиг? Нам может. Надо, короче, в укрытие надо уйти. Надо уйти в укрытие. Сюда. Открывайся быстрей. Боже мой, же он откроет или нет? Всего больше не открывает. Ух, так. Вот. Типа, давай посмотрим с окна. Да, у нас тут что-то есть. Да, что-то есть. Сундучок. Мне появилась идея проверять вот это места, потому что мало ли что может там быть. Но мне страшно идти тут к тому месту, потому что там ненормально все. Он тут! Боже мой! Да ну нет! Да ну нет, блин! Да ну жопу! Он там! Так, ладно. Ладно, я буду проверять. Что? Да ладно, так легко можно было пролезть вот так, что ли? Ох, черт побери! Нифига себе! Тут все же что-то есть. Давай проверим это место. Тут ничего нет. Давай здесь место. Нубасик! Здесь Нубасик! Чуваки, здесь Нубасик! Ну-ка, блин! Здесь Нубасик! Ладно, пришлите дальше искать в домах. Может, там что-то будет. Я не знаю. Ну, блин, это так странно выглядит. Типа... Сервер там, ну, сервер чуть-чуть криповый, да. Расскажу. Сервер чуть-чуть криповый. О боже мой. О, стри. Стоп. Ты видишь код? Код. Здесь код написан. Как его? Ты видишь? Код написан. 125. What the fuck? What the fuck?
Боже мой, так, что это такое? Здесь ничего нет особенного. Не знаю. Это так странно выглядит все просто. Здесь тоже ничего такого нет. Блин, это очень странно. Я не знаю, что за сервер и кто его вообще создавал. И с какими целями он создавал это. Но вот это рыло, оно реально стрёмное. Посмотри. Блин, ладно, это странно, конечно. Я не думал, что ты вообще... Ну, вообще стоит. Че, он залагал или что? Ну, конечно, он не бежит. А у меня может... У меня может ударить! Он так может меня нормально ударить! Он, походу, просто будет сидеть. Инфект. Ну, это так странно вообще. Типа, отсюда я могу как-то выбить? Не, не могу. А не, пацаны, стоп. Смотри. Сюда же можно. Сюда же. Ты видишь? Сюда можно собраться. Чуваки, чуваки, давайте попробуем. Я не знаю, получится ли это. Но я... Да, получилось, да. Так, окей, давай пропаркурим. Да, получилось. Офигеть. Ладно, я не знаю. Опа. О, это что за... Это морда или что? Это похоже на морду. Честно, похоже на морду, если честно. Так проглядеть. О, это что такое? Что это за писюн? То есть я не знаю, кто это такой, но... Но... Он максимально реалистичен. Так выглядит реально. Ну ладно. Не знаю, может давайте походим еще. Может еще что-то будет. Тут уже человечки, я не знаю. А я не видел таких человечков. Я не знаю. Ай, пойдем. Или это просто официальные сделанные робоксом. Человечки. Ну-ка. Почему он такой маленький? Я понять не могу. Почему он такой большой, он такой маленький? Ладно, идем дальше. Я не знаю. Здесь может что-то на дереве, может есть, нет? О, здесь дом есть. Окей, давай пойдем туда, может что-то там будет нормальное. Так, не вижу здесь ничего такого плохого. В принципе, о, ты видишь, как круто. А это что, это что за штука? Типа вот такой. Я даже не могу. А, типа... Ну, типа, да, типа, она что-то делает. Понятно. Ладно, я не знаю. Ты вообще... Контрапантионс. А, здесь озеро. Здесь есть... О! Что? Стоп! Ты тоже видишь? Что с водой? Етить, колотить! Что? Это морда! Это как понимать? Ты видишь, это морда! Это как понимать? Стоп! Это реальная злая морда! Етить, колотить! Что? Что, простите? Ты это видишь? Ты это видишь? Это морда, блин! Это, мать его, морда! Я просто в шоке! Офигеть! Да ну нафиг! Надо вообще сейчас выходить из игры, я не знаю, что здесь. Это как? Ты, небо обычное. Небо совсем обычное. Но... Какими образами? Как здесь морда? Это ненормально. Все, давайте выходить отсюда нафиг. Я не знаю, что это такое. Что это за серо? Это написано «Вся правда». Какая правда? Это даже не правда. Чуваки, на 4 лайка я вам покажу саму переписку. Она вообще ужасная.
Переписка ужасная, так что... Пока. О боже, надеюсь, со мной ничего не произойдет. Ой.